кресты воняли только кулаки. Что, ребят? То, что я мобом вердала. Подождите, не гуляйте. Стой, Гера, пусть пойдет. Кирс, ты офигел? Ты офигел, Кирс? Какой бей ее? Мазу целом можно застроить, а почему же нет? Я охерела вообще. А, я поняла. Но я была в хиле. Ты офигел. Лаки. Ты же знаешь, что ты теперь по КД в хиле? Я это запомнила. Причем не то, что меня убили, а то, что ты сказал, убей ее. Я скрин сделала. Нет, не хочу, потому что ты будешь хилить. Слишком далеко. Бегай. Приготовьтесь, массаку. Хорошенько. А, да ладно. Уже время. И куда ты теперь будешь? А мир? Единственный раз о мир говорим. Что с лагерь я хватит? Вот, ты меня стекать села больше не будешь, я могу спокойно переодеться на. Я просто смотрю, посмотрите, вот там. Слишком ты понял, Амир. Тут, кстати, буец слава. И значок. Не, дальше, вот там трэш лежит, пока не пропал, дальше так. Не поднимайтесь сюда, танк спустит, ребят.
задницу. Я за ним пошел, ты пошел за тар. Еще раз нажмите сейчас. А у тебя Долорес не шарит? Долорес? У тебя там ничего такого нету? Нет, у меня это... У меня там персонаж мерцает все время. Босс, подошли уже? Да. Трэш добиваем. Есть кто хочет этого босса послакать? Только одного. Я могу. Я с Дарпалом поменяюсь. Закинь меня, да, на Феникс чисто. Я все равно ДД. Ну ладно. Нет, Милик на Милика. Давай, подписывайся. Я могу. Почему борете? Все отметили, по-моему. Годись не тыкать, дайте заставы идти. Все, пал бы. Ваниэль, кладешь 500 тысяч голды в ГБ, тогда я снимаю мод. Ха! Твои проблемы. Ты не продешевил? Ну так, для первого раза сойдет. Да, не того. Банилька, лучше мне дай 500 тысяч. Кават первая, Монород вторая, Луис. Рублей. Герц, ты улетишь? А Кирс, ты я вроде в деньгах не нуждаюсь, поэтому я в игровой валюте имею в виду. Денег много не бывает. А где смотришь? В Италии или во Францию. Я очень люблю Россию. Ну это отдельно. Я бы всю Россию объездила, не жили во Франции. Он уже здесь, бафу. Я даже за гранд-паспорт. Стой, Дартпал пустоверти. Да блять, не... Сука, вы охуели да. Что ли или что? Берите Кирс ассист, он будет нас менять. Телеграм. Кирс сядь. По готовности пуляем. Так, я рейд. Пуляйте, я готов. Каски, правда, нет. Я
только на алоэ феникс. На второй фазе кто там? Поймайте босса, я наверху отлетел. Там босс. Thank you.
Да. Когда появляется головка над головой Алара, красный, и перед Аларом нужно набрать воду. Блять. Вот так сделайте. Или может могу вообще бить не бить. Сдохните по мобам. Блять, пиздец, как бить. Не бейте мобов вообще. ДПС миллион. Скажу, когда будет. Убивайте мобов. Да ладно. Не на говно, это интересно. Ты типа расплыл, что ли? Закидывай Дарта обратно в рейд. Вместо меня Дарта поставил. А вот, ну, по-моему, перчатки такие есть. У кого? А, окей. Там Керс пишет, что у него Байер не надо, типа, закидывать. Знаешь, как Байер уйдет, Дарта просто в рейд вернете. Ничего не понял, мне заходить или нет? Пока нет. Полина, тебе надо, да? Да. А третий спек — это надо жать ненужное говно? Да, верно. Очень вероятно. Логически подумать, да? То есть ненужное, но говно, значит пригодится. Навоз он всегда нужен. Через кого там? Фарада с Кирсом пускай занимаются. Вон там алоэ. Перед Байер есть. Через постель, да. Грубовато, если кого пойдет.
Колечко, ребята. Смотри, надо взять Эпигастриона Саларион, ему нужны сапоги на танк. Потом Монороту надо пистон. Спасибо, Вася. Да, ты не представляешь, как я очень его хотела. Вот эти вот две обязательные вещи по танку. Не забудь сделать. Оль, я удивлен, что ты его не был. Это просто... Как я его... Главное, с ГП не забывай. Первый пул и убийственный без ГП. На новой неделе уже правила будут там отредактировал. А, это самое, воронки, Гевка и кто там? Кирс, Парада, ролите. Короче, воронки, неважно, паролите, закидайте в ГБ, потом сам раздам. ГУЕшки тоже. Жень, там надо это... отдать, короче. Колечко. Я теперь пол вечера молиться на него буду. Да, господи, это полгода. Полгода, блин, долбаных полгода. Ребята, я буду полвечера бомбить в этом, может быть, лучше мутой. Серёжка ушёл. Это все в курсе? Смотрите за это, Парада, Гевка, Кирс, ЦКБ. Спрота не берём. Я не знаю. У меня второе с синим гнездом в корабле, видишь? Ну как бы, не знаю, как у вас, ребята, если в жизни, у меня как бы пальчики на ногах потоньше будут, чем на руках. Я думал, ты скажешь подлиннее. Классно, это походу можно их два одевать, потому что уникальный не написано. А, нет, написано уникальный, написано. Подожди, написано уникальный. Да, значит один. Уникальный только? Так, одно написано. Ну, второе упадет, я потестил. Так, можно так, что если можешь сейчас снизать, я попробую его одеть. Без чар, без проблем. А, да, без проблем. Правда, я брюль туда вставила. Ну, а, ну все. Все уже. Моментально, да? Реакция. Что-то вместо одного кольца можно было поставить за репутацию, но у меня за репутацию как были большие проблемы. Поэтому у меня есть был бы прок на СТД, у меня бы и ТПС было бы выше. Ну это я уже углубил. Попрожать ее было бы хорошо, а он прок это бы как. Да? Ну хоть как, ну хоть как-то, а то вообще не. Четвертое кольцо без прока, чем максимально. Ты самолет или я добегу? Пойду покурим пока. А вон завис, если что. Да я вот почти добежал. А кто на лома ба? Там. Да.
что не доверяешь, да, Монаро? Просто кольцо. Что, еще одно? Нет. Опять эмоции не прошли. Да не, я и не вспомнила, ну, в смысле, не забывала. Я сижу, рассматриваю шмот. Полгода, ребятки, полгода. Хрен вам! Вы мне, которая КД обещаете, на роботе я буду в ДПСе. Ну-ка, верните меня быстро. Хрен вам. Меня на замену срочно. Вы мне обещаете постоянно. Не уйду. Хули, нафиг. Нет, мне именно в ДД надо тут ДПС. Товарищ, я тебе говорю, рейд-лидеры. Заходи вместо меня, я кофе пока попью скажу. Товарищи рейд-лидеры, решайте, что мы делаем с плечом шаманским. Мы его отдаем Байеру или отдаем Сяди на офисе? Кстати, да. Я за Сяди. Я тоже. Я сейчас приду. Это хорошая мысль. Если там офспек Энха, то нахер она? Ну, он у него есть, Миша, понимаешь? Он у него есть, это его второй спек. Настя права. Как часто нам в рейде нужен Энх? Примерно никогда. Я сейчас приду, Слава. Часто нам в рейде нужен Байер. Кто послапить хочет? Вон вместо меня. Тут много хилов не нужно, 3 хила хватит. Спасибо. Блять, вы чё, обкурились что ли, сука? Стой. Так, Ваниль, хочешь послакать? Тут хилов не нужно, 5 штук. Без сопротов, будете в 5 хилить. Рейд за 1.5 секунды на фул поднимается после уйма. Короче, блять, ещё раз повторить. Ваниль, ты тут? Ванилю портал. Байер сам сумеем сейчас. Там маговский портал, выпрыгните, кто там уходит? Вытолкните его селом. Ваниль, посмотри направо, там портал. Кому ничего с этого босса не надо. Только алоэ? Кому еще? Жунуэн, тебе надо что-то? Парада. Монород с коватом танчит. Ярости недостаточно. Алоэ, портуйся.
Я слышно? Да. А я завис. Может, отлично, кстати. Все, картинка догоняет. Отвис вроде. Сколько у вас процентов? 38. Сейчас догоню университет 5. Да нет! Спустили меня, блин, на 10-е место, но... Ну как доказывали, причём шаман. Ты чё там ещё упал? Ну на 10-е место меня спустили, ну ребят! У меня как раз стаки были. Я бы разрядил. Шаман чей байер? Кирс, по-моему. Да, Кирс.
Что там упало? Лок, маг, хант. Так, не продаю. А, вот этому ханту, да? А шамановская кого? Шаманская роль. Кирсу его тоже закинул. Не, давай. Я сяди, спрашивала, по-моему. Ты добро не дал на то, чтобы пустить Байра. Я могу на треть спек паролить, если я некому. А так пусть Дарт собирает хила. Я передумал, не надо. Давай, давай, давай. Тим, пора. Че, у него разве хила спека не было, что ли? У него нет. У него Т5 там нет. Шаманы, он и без Т5 неплохо хилят. Да, да, согласна. Ну просто ему надо, чтобы вы выходите в 2-3 шамана. Я расскажу тайну Тимура. У него, чтобы сильно... У него задача, чтобы сильно отстать от контента в хиле. Вот я ему эту задачу хочу усложнить. Я так сильно отстаю, меня мага больше не будет спекать, он сказал. Моя задача уже это. Моя задача уже выполнена. Все, я не спекаю. Теперь есть. Не-не-не. Кир спас. Не-не-не, это ты. При наборе в гильдию, Полина, пиши, насильно одеваем шаманов Т5. Насильно только Тимура одеваем, чтоб Тимочка у нас был в Т5. 4, 3, 2, 1. Я лучше Лема одену. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Это у всех такая? Да, у всех. Забавно. Думаю, что за хуйня. А ты можешь сделать, чтобы как на Аниксии было вот эта вот хуйня постоянно? Ну, во время пула босса. А, вой. Я подведу к танкам, заберите. Не бейте того, кто в рейд пошел. Зачем? Блин, лучше к танкам подводить. Не достаю. Слишком далеко. Нормально. Ну я уже долго танкую, ребят, извините. Сейчас на вас так пойдет. Хил, чё?
него 4 тоже там хиля. Если ты... А у Дарта что, 4 на энхе, да? Дарта... Кирс, Дарт... ты паролил плечо шамановское? Дарта. У кого сейчас шамановское плечо? У меня. Там только сядь, спрашивает. Я остальных спрашиваю. А, ну так у сядь, а второй спек. А остальным нашим вроде не надо. То есть а только... Да. Ноль, Линейли мне пишет. Ты хитрый, Тим. Какой Эллим? Эллим, кони мне плечо. Какой Эллим тебя? Обойдёшь. Ну вот, сядь. И что, и Дарт ты будешь ролить или не будешь? Куда вам ролл кинуть? Рейд куда, как обычно. Посушивает. Ой, дай ассиста. Я сейчас выкину нахуй просто. Девки или обоим? Без разницы. Ты смотри, Гена злится. Ген, ты это сбрось. Там, обернитесь, сзади. Кто-то привел. На мейн спек кому-то нужно? Мы же уже ролили, девка. Оф спек. Рольте еще раз. Там кого отролил? Сядь. Там... Сядь, Дарт пал. Еще. Все? Дарт, Дарт, тебе второй на хила, правильно? Резист, пройди вперед. Резист. Вообще, по-моему, первый, сейчас скажу точно. Я не помню, у меня есть или нет. Есть кого-то? Ген, второй офспек хила, а, второй, правильно? Ты... Какой у тебя кусок это? Первый или какой? Я, по-моему, второй. У меня перчатки есть. Ищи, значит. Сядь, тебе на НХ, правильно? Какой это у тебя кусок будет? Первый. Кават, тот же вопрос. У меня первый, нет перчатки. Второй кусок на хила. Второй кусок.